Слушайте, со мной что-то не так. Это первое, что нужно знать. У меня ветки в башке! У меня ветки в башке, чувак! Я вечно дергаюсь и кричу. Если... Будто сбежал из чертова цирка уродов. Ты не мог бы перестать? Трогай, Белли! Простите. Но внутри, в моей голове, все еще хуже. Там вечно что-то крутится, особенно слова и звуки. Не перестаю их пересобирать, пока все не сложится как надо. Простите. Просто забудь. Вот видите, чертов псих. Но я начал работать на Фрэнка. Фрэнк Мина, частный сыщик. Парни? Фрэнк, Фрэнкли, Фрэнкити, Фрэнкоу! Именно он научил меня работать головой, сделать это преимуществом. Дал мне место в этом дерьмовом мире, пока я все не испортил. Фрэнк! Бруклин, она в опасности. Кто? Кто-нибудь в курсе, во что ввязался Фрэнк? Там происходит что-то серьезное, и они были недовольны тем, что он нашел. Узнаем, кто это сделал, и мы в расчете. Если я во всем разберусь, я заставлю их пожалеть, обещаю. Это она, девушка, за которой следил Фрэнк. Я думаю, она что-то узнала. В новостях про случай с бедняками не рассказывали вчера, не расскажут и завтра. Куда все деваются? Исчезают просто. Этим городом заправляет Мозес Рэндольф. Очень опасно, когда никто не понимает, каков человек на самом деле. Вы хоть представляете, как работает власть? Власть — это понимание, что ты можешь делать, что захочешь, и никто не сможет тебя остановить. Нет! Эти люди невидимки, их не существует. Поставишь под угрозу его работу, он тебя уничтожит. Вы одна? Вы не представляете, насколько. Вы как-то со всем этим связаны, и эти люди не остановятся. Если... У тебя котелок вечно кипит, переиначивает все. Кто-то может считать это даром, но один хрен — это болезнь. Помнишь, что я сказал? Она не знает! Она не знает! Чего я не знаю?